В эту ненастную субботу день рождения отмечал Ивановский район. На стадионе «Олимп» жителей ожидало огромное количество развлечений, мастер-классов и веселых активностей. Свое мастерство показывали спортсмены различных секций, художественные таланты демонстрировали и обычные гости праздника. Одна из самых популярных площадок – выставка ретро-автомобилей. Жители могли узнать историю машин, побеседовать с их владельцами и раскрыть тонкости реставрации четырехколесной техники. Сегодня, как никогда, очень много взрослых мужчин, которые интересуются и просят показать, рассказать. Это очень приятно. И не, вопросы не детские, а чисто вот по машинам. Очень даже приятно было отвечать на такие вопросы. Со сцены в этот день звучало много добрых слов в адрес района от региональных властей. Положительные изменения замечают и жители. Муниципалитет развивается. Каждый на этом празднике о своей малой родине говорил с благодарностью. У нас благоустроенный район. Мне нравится. Школа хорошая, садики хорошие. Мы каждый год ходим на день села, на день района, смотрим, чем наш район вообще виден, как дети занимаются, в каких кружках, смотрим. У нас очень хороший народ, очень. С ними вообще горы можно свернуть. А район был всегда хороший, всегда был передовой. Не зря был столичным, всегда считался. И марку эту держит. Эта площадка, наверное, самая передовая на празднике. На ней свои умения демонстрируют школьники, занимающиеся робототехникой. Это направление очень важное для района. Робоконструирование в учреждениях доп. Образования появилось совсем недавно. Направление новое, приоритетное, очень популярное. Учим ребяток младшего звена с первого класса по пятый. Первый год обучения у нас занимаются конструированием изделий из лего-конструкторов. Ребята второго-третьего класса уже занимаются с наборами ВИДУ и ВИДУ 2.0, которые работают через коммутаторы и USB-порт. Первый год обучения очереди не было, но сейчас на следующий год уже очередь. Секции по робототехнике есть только в областном центре и в Ивановском районе. Закуплены конструкторы и программы по последнему слову техники. Малышня в полном восторге. Я хочу в этом отделе и поможет собирать их как для чего-то хорошего. Например, для военных. На день рождения принято загадывать желания. В Ивановском районе предпочитают строить планы, ставить цели и их достигать. Постепенно, но уверенно. Самое главное, чтобы все те планы, которые мы вместе с жителями Ивановского района задумали, они все исполнились. Потому что очень много проектов, которые мы реализовываем, которые были инициированы жителями. Это и борьба с борщевиком, и проект «Сельская среда», и проект «Чистая вода». Это строительство образовательных организаций, ремонты. Вот мы очень надеемся, что это вместе совместными усилиями, то, что мы задумали, все это будет исполнено. Программа торжеств в честь дня рождения района распланирована до глубокого вечера. Гостей ждали живые выступления, танцевальные номера и множество сюрпризов. Этого праздника жители ежегодно ждут с нетерпением. И понятно почему. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Ивановский район.